Всем привет, друзья! Это Music Mag TV. Мы по-прежнему на выставке Pro Light and Sound во Франкфурте, Германия. И на данный момент мы находимся на стенде словакской компании Quant, которая занимается лазерными шоу. Одно из таких шоу вы уже можете наблюдать на нашем YouTube-канале. Обязательно обратите свое внимание. Ну а помимо, собственно говоря, технологий Quant, здесь представлено еще и замечательное оборудование от нашей российской компании Outdoor Lasers. И нам немножко расскажет о нем Кирилл Махнир. Привет, Кирилл. Привет. Расскажи, пожалуйста, поподробнее для наших зрителей о вашем лазере. Я так понимаю, это лазер. Это лазер, но в то же время это лазерный видеопроектор. То есть сейчас есть технологии лазерных видеопроекторов, которые делают бим-шоу, так называемое, когда много лучей в пространстве пересекаются, создают некоторую картинку. И есть технологии DLP-проекторов, когда мы видим цифровое изображение, как в кинотеатре. Наш же проектор находится посередине этих двух технологий, потому что он проигрывает не только шоу лучевых эффектов, но может показывать и обычное видео. То есть с помощью этого оборудования можно также делать и видеомэппинг на домах, на воду, на лес, на все что угодно. При этом можно использовать и как бим-шоу. То есть это такой продукт, заполняющий собой промежуток между двумя существующими технологиями. Ну вот мы здесь можем видеть одно из устройств, я так понимаю, да? Да, это выставочный образец одного из каналов. То есть у нас сейчас представлено несколько образцов проекторов. Они имеют разную мощность, разную цветность, но внутри всех этих проекторов стоят вот такие модули. Их может быть разное количество, разные мощности, но основаны они именно на таком принципе. То есть я правильно понимаю, что при использовании там стандартного RGB-набора, например, трех модулей, мы можем получить полноценную, ну, картинку, проекцию? Да, абсолютно верно. Более того, мы уже такие шоу делаем уже несколько лет, поэтому, чтобы захватить большое здание в несколько тысяч квадратных метров, достаточно будет не 20-30 обычных проекторов, а всего лишь 2-3. Из-за того, что мы используем лазер, мы сохраняем большую дистанцию проекции и большую площадь. То есть основными отличительными особенностями, позитивными в этом смысле, является вот дистанция и площадь покрытия. Я правильно вас понял? Да, то есть это очень большое изображение с очень большого расстояния и очень большой яркости и контрастности. Ну и, насколько я понимаю, компания Quant, она является дистрибьюторами Outdoor Laser сейчас в Европе, правильно я говорю? Да, компания Quant – это компания уже с 20-летней историей на рынке лазерных и мультимедийных шоу в Европе и по всему миру. Они уже давно заинтересовались нашей технологией, мы давно взаимодействуем, и сейчас они являются дистрибьютором нашего оборудования в Европе. То есть это и продажа, и аренда, в том числе и проекторов, и отдельно OEM-модулей, то есть OEM-дефлекторов. Что ж, очень приятно, что наши соотечественники вот так вот заняли свою почетную нишу в сфере зарубежных лазерных услуг. Я могу вам пожелать удачи. Спасибо. Приятно было увидеться с вами на выставке. Друзья, ну а вы обратите обязательно свое внимание на лазерное шоу от компании Quant, которое также будет представлено на нашем YouTube-канале. Это Music Mag TV. Следите за нашими дальнейшими выпусками. На связи. Спонсор выпуска – онлайн-магазин «Медиаброкер», музыкальный секонд-хенд. Мы продаем и покупаем звук, свет и сценическое оборудование со всего мира –